Друзья, всем привет, на связи Евгений Ванин. Очередной отчет по партнерской программе сервиса «Просто Гейм». Это сервис для работы с Instagram. Здесь скоро появится очень много интересных фишек и функций, когда вы сможете не просто создавать визитки за счет этого сервиса и работать с Instagram, да, но еще и набирать подписчиков в Instagram. Здесь много обучения сейчас добавляться будет. В общем, компания развивается, партнерская программа развивается. Я хочу поделиться своими результатами и немножко поговорить про то, что мне пишут периодически в комментариях, что это лохотрон, развод, это матрица и так далее. Сегодня мы развеем мифы и, соответственно, посмотрим, сколько можно зарабатывать вообще на партнерских программах такого плана, вообще любого плана на самом деле. Итак, заходим в раздел «Мой доход». Я начал участвовать в данном проекте, то есть зарегистрировался 2 февраля. Сегодня у нас 25 февраля, то есть прошло 23 дня. Из этих 23 дней 2 дня сайт не работал, он был на ремонтных работах, так скажем, из-за того, что была DOS-атака. То есть 21 день прошел, и по сути за 21 день у меня заработано 9042 доллара. Если мы зайдем, посмотрим, сколько это в рублях сейчас, да, давайте зайдем курс рубля, ну, доллара к рублю. Это получается 9045 долларов, это 591 413 рублей за 21 день. То есть более чем полмиллиона рублей, практически 600 тысяч рублей за 21 день. Стоимость входа в этот бизнес, она очень смешная, да, то есть кто-то говорит лохотрон, да, ну, знаете, не попробовать, наверное, самый большой лохотрон в вашей жизни, то есть есть такой шанс войти в компанию, которая реально работает, реально дает продукт. Этот продукт стоит всего лишь 12,5 долларов, да, потому что 2,5 доллара берется еще первая комиссия, и все, это все вложения, которые от вас требуются для старта. 12,5 долларов за бизнес, который может приносить реально большие деньги. Понятно, что деньги эти с неба не сваливаются, да, здесь нужно работать. Но как вы думаете, насколько сложно продать тот продукт, который реально нужен людям, например, для работы с сервисами Инстаграма? Давайте зайдем в сервисы, сейчас покажу. Вообще сервис, многие знают такой есть сервис Топлинк. Вот стоимость данного сервиса в год 60 долларов. Здесь он также, то есть сервис для создания визиток стоит 60 долларов в год. Но для тех, кто покупает его вот здесь, ну, на этом сайте, так скажем, он вам обойдется всего лишь 12,5 долларов. Благодаря этому конструктору вы сможете создавать визитки для своего Инстаграм-аккаунта. Вы можете эту визитку даже не только в Инстаграм-аккаунт, еще куда-то задействовать, да. То есть здесь можно добавлять видео, социальные сети. Вот так вот выглядит визитка, которая отображается в интернете. Сейчас вы знаете, что очень много именно мобильного трафика. И, соответственно, по сути, это не просто визитка, да, не просто визитные карточки. Вы можете создать полноценный, так скажем, полноценную воронку продаж, да, потому что человек может зайти по вашей ссылке, посмотреть какое-то видео, подписаться на вас, на ваш Инстаграм, подписаться на вашу какую-то социальную сеть, на рассылку, в Телеграм-канал и так далее. То есть вы сюда можете все добавить. Это очень крутой инструмент, который дается вам всего лишь за 12,5 долларов в год. Одновременно с этим вам дается возможность зарабатывать в этом бизнесе. Почему здесь такие большие доходы? Партнерская программа выстроена таким образом, что вы можете зарабатывать, ну, просто невероятно быстро, да, и невероятно много. Вы видели мои результаты за 21 день, да, то есть более полумиллиона рублей, практически 600 тысяч рублей. Но опять же, да, почему у меня такие результаты? Потому что у меня есть система, у меня есть уже база подписчиков и так далее. Но вам никто не мешает делать то же самое, что делаю я. Для своих партнеров я уже приготовил готовую систему, то есть абсолютно бесплатно вы можете собрать систему с моими уроками, то есть это будет страничка подписки. Я уже показывал, но давайте еще раз покажу. Будет вот такой вот лендинг. Да, если вы сейчас начнете собирать подписчиков, то есть, смотрите, друзья, вот эта вот воронка, она вам нужна не только для продвижения проекта «Просто Гейм». Да,
Вы можете, во-первых, у вас собираются подписчики, с которыми вы сможете работать и в дальнейшем, да, то есть если появляются какие-то интересные продукты, интересные сервисы и так далее, то есть вам не нужно будет искать где-то трафик дополнительно, да, потому что вы уже соберете его, да, вы соберете свою подписную базу и сможете с ней работать. Вы получаете, в общем, вот такую вот воронку, да, то есть вот такую вот страничку подписки. Здесь поменяете свою форму, точнее, мою форму подписки на свою, чтобы подписчики шли в вашу базу. Потом вы получаете вот такую вот страничку с уроками. Сюда встроено еще несколько источников дохода. И, по сути, вы получаете не только бизнес готовый, да, то есть вы получаете не только участие в партнерской программе сервиса «Просто гейм», вы получаете еще готовую воронку, которую, ну, обычно я продаю за 1400, за, там, за 3000 рублей у меня покупают такие воронки. Вы ее получаете абсолютно бесплатно, просто попробовав участвовать вот в этом бизнесе. Как работает партнерская программа, давайте расскажу, потому что многие говорят, что матрицы – это все пирамиды и так далее. Самая большая пирамида, друзья, это наш пенсионный фонд, куда мы всю жизнь от нашей зарплаты носим деньги, и не факт, что мы их когда-нибудь вообще получим. Да? Вот. И все остальное тоже, в принципе, где мы живем, все это финансовые пирамидами можно назвать. Это же просто финансовый инструмент, это партнерская программа, которая помогает, во-первых, компании привлекать много клиентов, а партнерам помогает много на этом зарабатывать. Причем мы продаем не воздух какой-то, а реальный продукт. Это сервисы. И сейчас здесь будет много чего еще и появляться. Просто гейм. Ну и плюсом от меня вы получаете готовый инструмент с уроками по трафику. Да, а это тоже стоит денег. То есть ценность, которую вы приобретаете за те же самые 12,5 долларов, она намного выше, чем вы за нее платите. Давайте пройдемся немножко по маркетингу, по матрицам. Сейчас покажу, как они работают. У меня открыто, то есть можно начинать вот именно с первой матрицы. Я начинал сразу, открыл первую, вторую, третью, потому что с каждой последующей матрицы вы просто получаете доход в два раза больше. Вот. Но можно начать вот с этой, самой первой. За 10 долларов получить уже все преимущества и потом посмотреть, нужно вам это или нет. Захотите, потом купите вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, там, хоть девятую матрицу. Да, у меня шестая, вот она стоит 320 долларов. Ну, не мудрено, потому что я заработал уже более 9 тысяч долларов. Как работает матрица? Вот смотрите, друзья. Это я, соответственно, подо мной регистрируется человек какой-то. Давайте я вам, наверное, покажу на матрице, например, за 20 долларов. Сейчас посмотрим. Так, она не закрылась еще. Ну, давайте вот на закрытую. У меня, видите, уже тут 23 круга матрицы по 20 долларов. То есть с этой матрицы, вот с каждого уровня я получаю деньги. Смотрите, подо мной регистрируется человек. Вот с первого уровня, вот с этого партнерской программы, вы получаете по 5% от оплаты матрицы, так называемой, да, то есть от оплаты. На 20 долларах это примерно вам капает 1 доллар. Вот с этого уровня, по 1 доллару с этих двух людей. Причем эти люди могут прийти к вам как от вышестоящего партнера, да, как вот, например, под меня попадает партнер, да, то есть он зарегистрировался, купил, например, продукт, и, соответственно, под этим партнером у меня регистрируется, например, следующий, соответственно, этот партнер получает 1 доллар, а я вот от этого партнера получаю уже 19 долларов. То есть эти деньги со второго уровня я получаю 95%. Если с первого я получаю 5, по 5% с каждого человека, то со второго уровня я получаю по 95% с каждого человека. То есть, по сути, вложив 20 долларов, я возвращаю себе практически 80. Да? То есть, вычитаем оттуда 20, которые я вложил, 60 долларов я зарабатываю. И причем я не продаю какой-то воздух, я даю реальные знания. Компания Просто Гейм дает реальные сервисы, которые работают. И не начать бизнес, вложив туда 10 долларов и хотя бы попробовать, да, потому что, ну, если вы не попробуете, вы не узнаете, что это такое, как это работает, да. Ну и глупо вообще называть на самом деле какими-то вложениями 10 долларов, потому что и когда мы идем в магазин, мы тратим и 20, и 30 долларов просто, чтобы купить себе поесть. 10 долларов это так, сходить кофе попить, наверное, с шоколадкой и все. Но здесь же вы можете попробовать участвовать в бизнесе, и начать зарабатывать реальные деньги.
Под этим видео будет находиться ссылочка на мою видеоинструкцию, где вы разберетесь, как работает маркетинг-план. Вы увидите, как настраивать воронку продаж. Я расскажу в клубе у нашем, как привлекать трафик и так далее. Да, то есть, если вам это интересно, присоединяйтесь к нашей команде. Нас уже более 800 человек. Если посмотреть на арену, зайти, я нахожусь сейчас в топе. 545 активаций, да, то есть 545 человек по моей рекомендации купили данный продукт. Это в топе за месяц я. Ну и за неделю, за эту, да, сегодня вторник, я тоже в топе. 15 партнеров подключилось за 2 дня. Почему так происходит? Потому что продукт реально рабочий. Я даю систему, и, соответственно, если вы будете использовать данную систему, то, конечно же, не будет у вас таких больших результатов, да, там сразу 9 тысяч долларов за месяц вы не заработаете, но вы хотя бы начнете собирать подписную базу, у вас хотя бы начнут появляться какие-то первые результаты, вы поймете, как вся эта система работает, и сможете переложить ее на любой другой бизнес, если вы захотите. Вот, пожалуйста, мой доход еще раз покажу. 9042 доллара. Здесь вы видите все начисления, когда они были, во сколько. То есть это все, ну, реально. Эти деньги я уже выводил и не раз. То есть они выводятся ежедневно либо на вашу карту. Я вывожу себе на Яндекс деньги. Ну, кому куда удобнее. В общем, друзья, за 21 день заработано 9042 доллара. Это практически 600 тысяч рублей. Я рекомендую вам данную партнерскую программу, ссылочка на все инструкции и на то, как получить воронку, автоматизированную систему, которая будет обучать ваших партнеров, вы найдете прямо под этим видео. С вами на связи был Евгений Ванин, всем счастливо и пока-пока. And you know how we do. Друзья, всем привет! В этом видео хочу с вами немножко познакомиться, и, наверное, в этом видео я расскажу то, что помогло изменить мне мою жизнь, да, и, наверное, это самые главные такие нюансы, да, которые я понял за 10 лет, и сколько вот я людей знаю успешных, у кого есть свой бизнес уже сейчас, кто зарабатывает действительно большие деньги, у них у всех практически одни и те же принципы, да, то есть одни и те же действия, которые эти люди делают, которые, ну, получают какой-то результат. Вот. И очень много людей, к сожалению, в интернете, которые приходят заниматься интернет-маркетингом, этого не понимают и делают очень много неправильных вещей. Немножко о себе сейчас расскажу, да, то есть, если кто меня впервые видит, до 2010 года, ну, перед тем, как заниматься интернет-маркетингом, у меня была своя мастерская небольшая, я делал доспехи, занимался исторической реконструкцией, мои доспехи принимали участие, то есть, я делал на заказ на Мосфильм, ну, и не только на Мосфильм, фильмы, может быть, смотрели такой «Тарас Бульба», 812 год, там «Волкодав», ну, много вообще разных фильмов, я туда делал доспехи, в общем. Потом меня пригласили работать в лабораторию «Кино и трюка», я занимался уже производством декораций, сам снимался в кино как каскадер, ну, несколько ролей, так скажем. И это был такой прикольный эпизод в моей жизни, но, согласитесь, от интернет-маркетинга я был очень далек, да, то есть я не знал, как там создавать воронки, как все это продвигается, как давать рекламу и так далее. Вот. Но в 2010 году, 2009 году, да, как раз вот тогда еще кризис, когда первый наступил, не первый, уже второй, получается, кризис такой серьезный. Заказов не было на шоу-программы, там, на кино, то есть стало очень мало заказов. И я, соответственно, думаю, ну, надо заняться чем-то еще, стройкой. Да, занялся стройкой и прям в первый же год попал на 1,5 миллиона рублей. То есть, меня, ну, по сути, меня просто кинули. Мало того, что я строил изначально за свои деньги, нанимал людей за свои деньги. И мне, как сказали, акт выполненных работ сдашь, мы, соответственно, тебе перечислим все те деньги, которые ты потратил, и заплатим сверху. Вот.
В общем, наверное, этот момент, когда меня кинули на эти деньги, и стал ключевым в моей жизни, потому что если бы тогда так не получилось, навряд ли бы я сейчас сидел бы с вами и о чем-то разговаривал. И в тот момент как раз я понял, что мне нужно что-то искать интересное, да, то есть что-то то, чем я смогу, ну, то, что будет зависеть именно от меня, да, то есть от того, что делаю я, не кто-то там захотел, кинул меня, не кинул и так далее. И я начал искать работу изначально через интернет и совершенно случайно наткнулся на такую рассылку, которая называется «Как создать свою бизнес-империю». И в этой рассылке говорилось то, что нужно создавать свои воронки продаж. Еще на тот момент это просто назывались подписные страницы. И прямо в этой же воронке, в первом письме, человек мне говорит: «Установи скайп, свяжись со мной, мы с тобой пообщаемся», там, и так далее. Я, ну, впервые на свой компьютер там установил этот скайп, сбегал в магазин, купил себе микрофон. И когда мы связались с этим человеком, я понял, что вот оно. То есть это, ну, то, что я искал, да, когда ты можешь общаться из любой точки мира с любым человеком, неважно, где он находится. То есть интернет, он реально открывает границы. Я это понял. Я начал копать в этом направлении всю информацию, какую только мог найти. Увидел людей, которые путешествуют. Увидел тогда еще, вот сейчас мы дружим, это Дмитрий Смокотин. Увидел других людей, которые путешествуют, где-то там живут на островах и так далее. Да, то есть, ну, тогда это было для меня вообще что-то, нечто. Да, то есть, как так? Человек, во-первых, путешествует, зарабатывает там как-то удаленно и так далее. То есть, это было 10 лет назад. Но я так скажу, для меня вот эти 10 лет, они пролетели как одно мгновение практически. И я начал разбираться в этой теме, то есть установил как раз вот эту вот воронку. Тогда мы продвигали, первая моя компания, которую я начал продвигать через интернет-маркетинг, хотя я тогда от сетевого маркетинга был абсолютно вообще далеким человеком, я считал, что это какая-то фигня на самом деле. Вот, я начал продвигать эту компанию «Еволер». Понятно то, что продвигать ее начал неправильными методами изначально, то есть это были буксы всевозможные, там, где можно было кликать письма, читать за копейки. Они сейчас, эти буксы, есть, и я с них тоже, скажу, начинал, да, непосредственно, то есть пробовал, как это зарабатывается там и так далее. Но я понял, что это просто тупая трата времени, и много денег я там не заработаю, и тем более уж не осуществлю свою мечту куда-то там улететь, где-то там жить за границей и так далее. Вот. И через какое-то время, то есть я научился создавать эти воронки, я потом нашел Евгения Попова, начал изучать его курсы по созданию блога. В общем, много курсов разных изучил. На тот момент я уже умел, по сути, создавать блог, умел записывать какие-то видеоуроки небольшие. И меня пригласили в компанию, которая называлась тогда My Shopping Genie. Сейчас не знаю, существует она или нет, потому что через 2 года меня оттуда просто убрали. Даже через 1.5. Объясню сейчас почему. Я, в общем, вступил в эту компанию, заплатил $200 за лицензию и начал развиваться. Как раз там я научился еще проводить вебинары. Это тот навык, который мне очень пригодился, и я сейчас его тоже использую уже на всю катушку. Вот. Но тогда это было для меня в новинку, то есть проведение вебинаров для меня было, что у меня на листочке был записан текст, который я должен был там как-то прочитать там, и так далее. И на первом моем вебинаре было всего лишь 20 человек. Вот. Но, тем не менее, постепенно их становилось все больше и больше, когда я начал рассказывать просто от души, да, то есть как я это вижу, как я вижу эту компанию, как я вижу ее развитие и так далее. И в течение года моя команда выросла до 20 тысяч человек, то есть через 1.5 года уже в интернет-маркетинге, по сути, я заработал свою первую $1000. Потом это было $2000, $3000. Вот. И начал уже путешествовать. То есть первое мое путешествие было на Байкал. Я всегда мечтал там побывать. И у меня там была команда моя, как раз вот по компании My Shopping Genie. Я туда полетел, взял билет на самолет, провел там несколько презентаций, побывал на Байкале. То есть уехал я туда, по-моему, на пару месяцев, что ли, сначала. На 2 месяца. В общем, это было мое первое такое большое путешествие. Потом я еще раз прилетел на Байкал. Был в Казахстане. Вот, то есть начал путешествовать по России. И настал тот момент, когда меня из компании просто убрали. Там есть некоторые нюансы. То есть когда ты начинаешь продвигать какую-то другую компанию, хотя я ничего не продвигал, вот, тебя могут как дисквалифицировать и убрать из компании. Ну, ладно, это не важно. В общем, меня убирают из компании, и я остаюсь практически ни с чем, потому что у меня был всего лишь один источник дохода. Все, что у меня осталось на руках, это компьютер.
это, я уже забыл, как называется, планшет. И все деньги, которые у меня были, да, то есть на кармане, да, это около 20 тысяч рублей, все остальное было на карточке компании, которую тоже заблокировали. И у меня, я такой, блин, что делать, что делать? И что я сделал? Я нашел еще одну компанию, которая мне, ну, более-менее понравилась, и нашел вторую компанию, это Forex4U, в которой меня тоже друг пригласил, говорит, смотри, круто работает, там, торговля роботами. Причем на Forex4U зарабатываю до сих пор, то есть это уже прошло 9 лет, и 9 лет эта партнерская программа мне приносит прибыль до сих пор. Я начал развиваться в этих двух компаниях. Что я сделал? Я повторил то же самое, то есть я ту схему, которую использовал для продвижения одной компании, просто внедрил в другую, в другие две компании, точнее, да, то есть это был бесплатный продукт, который приглашает там либо на вебинар, либо на какое-то видео и, соответственно, рассказывает, как пользоваться тем или иным сервисом. И что произошло? Через два месяца я начал зарабатывать ровно столько же, сколько я зарабатывал в предыдущей компании за полтора года. То есть все начало развиваться, ну, таким же путем, только намного быстрее. И это очень круто. Потом в 2012 году я еще раз полетел на Байкал, попал к шаманке. Очень такая интересная история. Меня отвезли к шаманке, к местной, и я, ну, как раз вот, когда вот эти вот передряги были с бизнесом, я вот, ну, рассказываю, говорю, вот такая ситуация произошла, что-то никак не получается, да, то есть одну компанию продвигаю, она закрывается, вторую начинаю продвигать, вроде бы нормально, ну, хрен, может, что-то опять закроется, да, то есть такая какая-то нестабильность. Она говорит, все нормально, говорит, ты найдешь себя там, где будет гора, окруженная водой. Вот. И мне что-то это в голову запало, я начал искать эту гору, окруженную водой, пошел на Шумак, это шумакские источники, это надо через горы идти, там 45, либо там 85 километров, несколько путей есть. И я отправился в одиночку в эти горы, на эти шумакские источники, потом поехал на гору Шаманку посмотреть, в общем, начал путешествовать. Но она сказала, ты найдешь себя в 2013 году, да, то есть... Ну как, в поисках самого себя есть такая тема у многих, да, то есть я не могу найти себя. Вот, у меня такая же тема была, что типа, ну, я не могу найти, тем я занимаюсь, не тем. И в 2013 году я попадаю на Бали. На Бали на тренинг, человека звали Артем Мельник. Вот, тренинг длился, по-моему, 2 недели, а я взял билет туда в один конец. И прилетел, конечно же, на тренинге, там я не отработал свои там 150 тысяч рублей, которые в него вложил, в этот тренинг. Но то, что я хотел, то есть познакомиться с людьми, как раз вот кого я видел первый раз, Дмитрия Смокотина, который путешествовал, я с ним там познакомился с еще многими ребятами, которые путешествуют. И для меня это стало таким большим стартом в моей жизни. То есть я понял, для чего все-таки я это делаю, для чего я занимаюсь интернет-маркетингом. И понял то, что эту идею нужно нести в массы, да? То есть чтобы любой человек, абсолютно любой человек, мог этому научиться. Потому что, по сути, смотрите, если мы учимся в школе в какой-то, да, либо там в институте, да, то есть мы учимся, то есть это много-много лет. Интернет-маркетинг мне дал возможность стартовать, грубо говоря, там за полгода, да, то есть я поставил перед собой цель, и я это сделал. И каждый из вас может сделать то же самое, друзья. Самое главное здесь даже не инструменты, не воронки продаж. Самое главное в вашей голове, да, то есть ваше мышление. И вот что изменилось в моем мышлении, когда я попал на Бали? Я понял то, что все, что происходит в моей жизни, оно происходит для чего-то, да, то есть вот этот вот, даже тот случай, когда меня кинули на 1,5 миллиона рублей, он произошел для чего? Для того, чтобы я узнал, что такое интернет-маркетинг, для того, чтобы начал им заниматься, и для того, чтобы осуществил когда-то свою мечту, начал путешествовать и так далее. В конце концов, купил себе машину, да, которая стоит там дороже, чем моя квартира. Ну, неважно, да, то есть это такие как бы вещи, игрушки, они приходящие, уходящие, но тем не менее, да, то есть даже вот если взять сейчас машину, я никогда не думал, что я смогу купить себе такой автомобиль, ну, до этого, да, то есть я думал, блин, ну, где я такие деньги там возьму, ну, максимум там Жигули какие-нибудь там, нашу какую-нибудь отечественную там машину, да, то есть недорогую, подержанную, вот, но тем не менее все это сбылось.
И как раз вот мышление, оно помогло поменять отношение ко всем ситуациям, ну, которые происходят в моей жизни. И когда теперь, вот на данный момент, происходят какие-то сложности в моей жизни, я, можно сказать, даже их жду, потому что именно сложности дают вам движение. То есть мозг начинает работать, мозг начинает выстраивать какие-то механизмы, как выйти из этой ситуации сложной. Вот. Если вы не сдаетесь, да, то есть если вы ищете, действительно ищете решение этой проблемы, вы его находите. А если вы сдаетесь, да, и плывете, грубо говоря, по течению, то проблемы не решаются, они только накапливаются, так скажем, у вас. Вот. Но для меня же проблемы – это, как говорится, такие уроки, да, как испытания. Ну и что? В общем, в 2013 году как раз я остался на Бали, да, то есть 2 недели прошло, и я прожил... живу уже там несколько месяцев, да, то есть 3 месяца, и как-то просыпаюсь с утра, еду на океан на мотоцикле. Я любил рано утром просыпаться, когда только-только рассвет, там еще петухи начинают петь, кукарекать, вот. И еду на мотоцикле, встает солнце из-за пальм, такой рисовые террасы, покрытые росой, да, и встает солнышко, я еду на мотоцикле на океан, и такой думаю: Жека, ну неужели вот за вот эти вот, ну, короткий вот этот промежуток времени, да, это 3 года прошло до Бали, прежде чем как я попал на Бали, ты, говорит, ну, я сам себе говорю, ты просто изменил свою жизнь на 180 градусов, то есть ты сделал то, о чем многие мечтают, и многие не достигают такого, да, в своей жизни. Это было действительно круто, как во сне практически. Ну, представьте, просто вот закройте глаза, и вы едете сейчас по какому-то острову, либо по какому-то месту, где вы всегда мечтали быть. И это не просто поездка там на 1-2 недели, да, а вы живете уже такой жизнью несколько месяцев, да. Потом я прожил, соответственно, год, вернулся сюда, в Россию, к маме на день рождения, потом через 2 месяца опять уехал на Бали. И я понял, что такой, ну, стиль жизни надо, ну, пропагандировать, да, то есть, наверное, моя миссия как проводника уже стала людям доносить ту информацию, которой владею я, чтобы она помогала им в дальнейшем выстраивать свой бизнес в интернете таким образом, чтобы хватало денег зарабатывать и на путешествия, и хватало, соответственно, сил и времени для того, чтобы побыть со своей семьей там и все остальное, да, то есть высвобождать свое время. Ну, в общем, если быть коротко, то в 2015 году я создал свою компанию Freedom Technology. Сейчас нашей компании уже пошел 5-й год, то есть 15-й год, сейчас уже 20-й год. Можно так сказать, в августе, август, сентябрь, в октябре, наверное, да, то есть с запуска первого проекта будет уже 5 лет в октябре этого года. И у нас уже более 100 тысяч клиентов зарегистрированных в компании. У нас более 10 сервисов. То есть я что хочу сказать, друзья, из человека, который ничего не умел 10 лет назад делать в интернет-маркетинге, да, я постепенно, шаг за шагом, дошел до того, что я имею сейчас. И это не только благодаря, ну, так скажем, моим личным усилиям, а это по большей части благодаря тем людям, которые мне показали этот стиль жизни. Это и Дима Смокотин, и другие ребята, да, которых... Ну, Дима Смокотин, просто он первый человек, которого я увидел. Почему я его так упоминаю постоянно? На самом деле, очень много учителей появлялось в моей жизни, да, которые меня чему-то учили. Кто-то ментально меня учил, да, то есть иногда бывает, просто смотришь на человека, ты можешь с ним даже не общаться, ты просто видишь его лайфстайл, смотришь, чем он занимается, и ты как-то принимаешь в себе, ну, ты... Ну, понимаешь, да, что тебе нужно сделать, чтобы вот таким вот образом как-то жить. То есть они, ну, грубо говоря, многие мне открыли глаза на эту жизнь. И самое главное, да, опять же, что в мышлении я изменил, это я перестал обвинять во всех неудачах других людей, потому что виноват в этом только я, то есть только я принимаю решения в своей жизни. И мои решения, соответственно, влияют на мои дальнейшие какие-то успехи, неуспехи, удачи, неудачи, кто как это всем называет, да. То есть вся ответственность за ваши действия, она должна лежать именно на вас. Никто не виноват ни в чем, что у вас что-то не получается. И если у вас даже что-то не получается, вы должны сами искать на это решение. Почему? Потому что если вы сами ничего не будете делать, а за вас все будут делать другие, пусть даже... ну, каким-то непонятным сейчас скажу образом, да, то есть если вы возлагаете всю ответственность на другого человека, то вы сами не растете.
поэтому возлагайте всю ответственность на себя за свои поступки. Все, что у вас в жизни будет происходить, вы также должны понимать, что это результат ваших действий, да, потому что, ну, машины, квартиры, мои путешествия – это результат моих личных действий, да, то есть то, что я сделал в своей жизни. Да, я увидел людей, которые делают то же самое, можно так сказать. Вот, надеюсь, не запутанно рассказал. В общем, друзья, я для вас приготовил еще одну интересную вещь. В школе интернет-маркетинга появляется такой раздел, где я добавляю видео, аудио, которые, ну, работают над вашим мышлением. То есть обязательно вечером, там, либо утром слушайте эти видеоуроки. В основном это, ну, такие какие-то мотивационные штуки, да, но есть очень глубокие вещи, которые работают с вашим подсознанием. Мне очень в этом помог Вадим Демчих, потом, я уже забыл даже, как авторы называются, «Пространство вариантов» была такая книга, аудиокнига, да, тоже обязательно ее послушайте, потому что вы можете реально, вот, даже прослушивая вот эти вот аудиокниги, еще что-то, постепенно поменять свое сознание. Но его нужно тренировать. Вот. Может быть, для кого-то покажется то, что я сейчас сказал, это полный бред, и ничего такого не произойдет. Но дело, опять же, ваше. Вы сами принимаете решение в этой жизни, слушать меня или нет, делать то, что я говорю вам, или нет. А школа интернет-маркетинга, которую мы создали для вас, те сервисы, которые мы создали для вас, они также вам помогут развиваться в дальнейшем. И, соответственно, на этом, друзья, все. Мне идет как раз еще звонок по телефону. Переходите к обучающим материалам. С вами на связи был Евгений Ванин. Надеюсь, моя история вас как-то немножко смотивирует. Всем пока.